Привет всем, меня зовут Соколова Анастасия. Мне 23 года. Сейчас я буду танцевать для вас. Тиждень тому менеджер з підбору персоналу Настя і подумати не могла, що зрештою опиниться тут. Аж поки під час посиденьок на 8 березня дівчину не взяли на слабо. Подружки. Я говорю, Настя, почему ты не пойдешь? Я видела, как девочки выступают, как бы, я говорю, ты можешь лучше, ну, 100%. Я после праздников знаю, что у меня не предстоит никаких событий. Я расслабилась, кушала шоколадки, конфетки, поправилась. И я бы понимаю, что, ой, мне надо за 3 дня похудеть на 3 килограмма, потренироваться. Ну, в общем, я надеюсь, что я все-таки готова. Мы будем за тебя болеть. Ну, все, я боюсь. Не бойся, мы с тобой. Все, спасибо. Я пошла. Фу. Like some other men do. Здравствуйте. Здравствуйте. Судя по костюму, намерения у вас серьезные. Ну да. Извините, просто очень сильно нервничаю. А вы сделаете глубокий вдох. Выдох. Мы все волнуемся, вот пока вы шли. Ну, в хорошем смысле. Правда? Влад, давай подивимось, що дівчина вміє. З удовольствием. А я можу пойти, да? Будь ласка. Говориш, Влад, давай посмотрим. А, Слава і Влад, давайте подивимось. Удачі. Часи на програму буде йти після того, як у нас діти вже підуть спати. Слава Богу!
Щоб це так обійшлося, щоб я переживала за неї. Мені здавалося, що все дуже неоднозначно, але після тих верхніх твоїх стрибків, по-моєму, все дуже однозначно. Просто однозначно-однозначно. Хорошо, значить, да? Ну, що тут скажеш? Це було просто супер, ярко, отличніше виступлення, емоціональне, ну, от артистичне. Все прекрасно. Я отримала огромне удовольствие. Якщо уж і придиратися, то можна тільки к костюму, тому що він, ну, от він чуть удешевляє всю крутизну твоєго мастерства. Влад. Мне кажется, ты даже до конца не понимаешь, насколько откровенны те движения, которые ты показываешь на сцене. Не придаешь этому значения. Да, это внутреннее такое состояние. Правильно я разумею, тебе не сподобалось? Неправильно. О. Тогда голосуем, Влад. Скажу. Спасибо. Славку? Ну, конечно, это да. Да. Настя. Три такта и отримала. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Молодец. Молодец. Ну, Настя. Потрясающе. Спасибо. Очень красиво. Спасибо. Берите меня к себе. С удовольствием. Девчонки, я очень рада. Поздравляю. До встречи. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. Эх, Настя. Та-дам, 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 та-дам. Мы все йдемо гуртом на пілони. Всі ми з тебе будемо крутитися.